было двоякое чувство. Чисто человеческое и чисто профессиональное. С профессиональной точки зрения я как бы должен был преодолеть те чувства, которые возникли у меня как человек. Тема немножко щепетильная, если так выразиться можно. И люди не все знают об этом. И на эту тему как-то много не говорили или стараются не касаться этой темы. Дети, грудные даже, малолетки, заражаются этой болезнью. Поэтому нет гарантии, что ты завтра не можешь как бы вот относиться или попасть в этот список людей, живущих с ВИЧ. Играя, хотя вот отца этой инфицированной девушки, все равно ты представляешь себе, что это связано с тобой, касается тебя, твоей семьи, вот в данный момент в фильме твоей дочери. Есть эпизод, где я отделяю свои посуды, ложечки, там, чашки. Я ставил себя в этой роли, я сам себя отделял от посуд дочери. Каждый раз иду домой своим детям, внукам и боюсь, а вдруг инфицирован ВИЧ, кто вот, заболел несчастье, туберкулезом или другие болезни, которые неизлечимы. Он же не специально пошел на эту путь, или он не знал. Может быть, были ошибки, может, просто не знал, может быть, халатность медперсонала, нет гарантий. Поэтому к ним надо относиться трезво. В обществе есть такие люди, надо к ним относиться с пониманием. Когда дом я показал диск, посмотрели дети, сестёнка, фильм тяжелый, может быть, они что-то в сердце что-то утаили, может быть, не сказали, вот зачем ты, или там, зачем согласился, или почему так. Ну, про это не говорим, но про фильм просто сказать, тяжелый фильм, потому что они как бы почти воочию, будем говорить так, почти воочию, потому что дома, ну, близкий человек на экране тоже страдает, там борется с этой болезнью, там, с дочерью, там, конфликтует. Надо пропустить через себя. А так красиво говорить все умеем. В жизни, когда ты уже соприкасаешься с такими моментами, такими людьми, надо быть немножко человечнее, что ли.